Ну что, народ, давайте глянем, тут есть кое-что, видите, насчет Аслана, ТВ Аслан. У него канал есть, видите, у него сейчас стрим, но не будем заходить, смысла нет, у меня другая причина, другой повод записи вот этого всего. Мало кто знает, что у него есть еще два, а то и больше канала, которые, по сути дела, зависли. Они, можно сказать, ну, один завис вот этот вот. Он не знает, доступ есть к нему или нет. Но это особо не важно. Смотрите. Хотя, казалось бы, он должен был как-то открываться. Может, просто этот беззубый не хочет, чтобы делает вид, что он потерянный. Хотя, может быть, липецкий сказочник. Он имеет доступ, но не хочет его стирать, удалять. Он просто висит у него. А вот этот вот, видите? Аслан и Бульбаш. Савеловский вокзал. Вот этот вот. Это 100% подконтрольный беззубому аккаунт. Канал в Ютьюбе, смотрите. Это помните то, что я говорил как-то? Я говорил ему. Очкастый помнит это. Помнишь, как ты стримил, я тебя подловил? Кто не в курсе, можете зайти и посмотреть. Вот видите, с бродягой, бродягу помнят еще. Вот я вот на этом стриме его подловил. Но я сейчас не буду заходить, потому что времени нету. Немножко другая тема. Вот это мой, вот этот видос я по другой причине записываю. Беззубый, смотри, хуйня ты сказочная. Зачем тебе? Я тебе говорил еще, по-моему, в апреле или в мае. Повторю сейчас то же самое. Зачем тебе этот канал нужен? У тебя есть доступ к нему. Давайте глянем, смотрите. Видите, он прикрепил сюда свой номер телефона. Зачем ты это сделал? Этот канал же бестолковый совершенно. Я же говорил, что толку не будет. Он тебе пользы не принесет. Но, смотрите, что на нем хранится. Давайте глянем. Какие здесь трансляции? Вот это вот 3 месяца назад. А это больше года. Вот, смотрите. Человек лежит в больнице. Другой вопрос, зачем Аслан делал эти стримы больничные? Это ладно. Можно по-другому на это взглянуть и сказать, зачем, беззубый, ты этот контент не удалил? Если ты загробастал этот канал, зачем тебе его стримы? Ты имеешь, говоришь, право. Это ты создавал. Мне все равно, кто создавал. Даже если он полностью твой, ты его создавал. Так зачем ты не удалил эти видосы? Ты скажи. Ты что, придурок или что? Скажите кто-нибудь из этих тупых крыс, которые сидят, задайте вопрос своему сказочному хозяину в чате. Зачем он хранит вот эти записи? Он их даже не скрыл. В свободном доступе находятся, не знаю, это для того, чтобы опозорить как-то, принизить Аслана, показать. Помните, как это кричал, говорил, какие болезни у Аслана он наговаривал? Это не важно, болезни эти есть или нету. В другом вопрос. Я понять не могу. Зачем ты их не удалил, не скрыл, если ты пользуешься каналом? Я же тебе сказал еще тогда, пару месяцев назад, что толку не будет. У тебя только один канал. Очкастое чудовище. У тебя только один канал, вот этот вот, где 14 тысяч этих непонятных аккаунтов набилось. По сути дела, 2-3 тысячи подписчиков живых. Его используй. Эти каналы, вот этот доступ у тебя есть к этому. К Аслану и Бульбашу, Савеловский вокзал. Зачем ты вообще это? Или отдай кому-то этот канал. Верни Аслану. Или стер бы, или как-то скрыл вот эти вот видосы больничные. Зачем ты их хранишь, придурок? Я понять не могу. Совершенно что-то гнилая какая-то сущность у этого дурачка.
Этот Маэстро ТВ — это что-то непонятное. Вообще ничего человеческого. Смотрите, человек страдает. Казалось бы, ну ладно, ты загробастал, так убери эти видосы, стер бы их и все, нормально было бы. Нет, они висят. Кто хочет, может зайти. И там их много, этих стримов таких. Какой там хоть? Январь 22 года, видите? Блять, что ты там коротишь, падла? Смотреть нечего, просто я дал понять, говорю. Спросите, о, обиженный, влюбленный в Беззубова. Смотрите. Наверное, хочет этот семя. Или как там это? Какое семя там? Элитное семя хочет, Юрий. Конкретное предложение. Он хочет выслужиться, чтобы очкастый ему, ну, как вы понимаете, там, у них какие-то голубые связи наверняка. Я 100% уверен, что Алексеев какой-то не такой, как нужно, человек. Даже говорить, обсуждать не хочется эту животину тупую. Не думал поймать этого придурка тут. Ну-ка, ради интереса, что она будет писать дальше? Это я удачно зашел. Нет, ладно, нахер нужен. Голубая луна. Смотрим дальше, что у него там. Вот, видите, сколько этих стримов здесь с больницы. Зачем очкастый их хранит? Если кто не в курсе, их очень легко можно скрыть. Просто скрыть, даже не удалять. А он их даже не пытается что-то подобное сделать. Зачем он их как бы пытается на публику? Эти стримы, кстати, они работают во вред Аслану. Я так думаю. Хотя мне сложно сказать. Но то, что такое в открытом доступе, я не знаю. Зачем оно все здесь? Смотрите, сколько здесь. А здесь что? Это что-то походное. Ну-ка, это какой... Декабрь 21-го. Как известно, может кому-то неизвестно, но вот этот человек в красной куртке, в живых уже нету. Насколько мы знаем. Ладно, это видосик такой будет, неважно, я не хочу растягивать. Я главное послание сказал. Я говорил этому. Я думал, он все-таки что-то сделает, прислушается, он услышал, но никаких действий не предпринял. Как оно все было открыто и висит. Его даже, по-моему, Аслан просил, удали, скрой что-то. По-моему, он просил удалить полностью видео. Он проигнорировал всех. Жалкая сущность. Называется, вот такая у них дружба, понимаете, была? Казалось бы.
и Беззубый, и Аслан, и Капс-ТВ, и все вот эти вот Сани Синие. Дружба. Казалось бы, помогают, доверяют, взаимодействуют. Ага, взаимодействуют. Посмотрите теперь, если он даже такую простую просьбу проигнорировал. Хотя Аслан прекрасно знает, судя по всему, он просил не раз его, удали там, что-то сделай. Ну и что, липецкий сказочник сделал? Нет. Видосы, стримы висят, дискредитирующие. Ладно, это их личная проблема, но пусть как-нибудь решают сами. Я лично просто показал все, что мог. Еще кто-то сидит, страдает или лежит, блин. Чуть больше часа, неважно. Давайте, что у нас там? А, тут, вот она. Вот этот канал. Здесь даже больше подписчиков, но... Скорее всего, здесь доступа нету. Ну вот, видите, сколько у него каналов? Называется Аслан и этот вот, Мудя. Друзья такие. Получается, интересный друг. Очень интересный друг, который вот так киданул его. Сколько там каналов висит? Зачем оно вообще? Представляете, если бы эти каналы функционировали? Аслан бы уже дорос, наверное, у него 1010 было бы. Но... Видно, Беззубый как-то знает, что нельзя ему давать, поэтому эти каналы, видно, будут вне зоны доступа конкретно там. Вот это, насколько я понял, все висит навеки там. Неудаляемый аккаунт Ютуба. А тот красный, Аслан Бульбаш, он имеет доступ, но не хочет давать. О, хозяин, привет. Хозяин. Смогла сделала. Дальше будет. О, вот это вот чудище было под названием Лимаев. Оно сегодня заходило к нам на стрим. Дурачок, видно, еще тот. Таких больных видно издалека. Отбитые ребятки. Не знаю, только тот видно какой-то с отклонениями голубого характера, а этот Лимаев неопределенный. Но у него тоже отклонения какие-то такие. Даже рассуждать об этом не хочу. Ладно, мотаем. Все, что ли? 6:35, весь стрим. Ладно. Что там, где там? Блядь, где хоть-то? Все, что хотел, в общем, показал. Он, сказочный придурок. Неужели сложно удалить как-то вот это всю эту грязь? Зачем тебе она нужна? Ну, смотрите. Это же личный канал Аслана. Как же так получилось, что доступа нету? Или он есть, но ты не хочешь, как говорится, давать. К одному у тебя точно есть доступ, а ко второму неизвестно. Дискредитирующие, видите? Все вот эти видосы, это все очень нехорошо, как говорится.
для многих. Они, может, хотели бы забыть все это, но оно висит, видите, оно выдается в рекомендациях. Поэтому Манька тоже покойная. Ей же все равно. Что тут еще у нас? Вот это вот пропавший без вести, кстати. Валера или как это, осьминог. Даже название не ставили, просто по датам херачили. Особо неинтересно. Ладно. Короче, пишите, если что, в комментариях, кто так же думает. Кто считает, что Беззубый ему следовало бы как-то один хотя бы канал как-то, не то что, ну не удаляй, но хотя бы что-то скрой или сделай так, чтобы этих видосов не было. Или все-таки вы думаете, что пусть оно висит как есть, как остается вот сейчас, на данный момент так пусть и будет. Пишите в комментариях. Мне лично как бы все равно, просто я хочу услышать ваше мнение. Понятное дело, там скорее всего у них взаимовыгодное что-то было. Может, он этот создал на себя, на свой номер, а Аслан вел. Наверное, если бы Аслан знал, что все вот так кончится, все это дело, он бы вряд ли эти каналы как-то развивал как стример. Потому что вот это вот неприглядная картина. Учитывая то, что сейчас там Аслан вроде ведет обычный образ жизни. Зачем ему все это в YouTube, я не знаю. Но оно висит. Так что говорите, пишите, если что, в комментариях обсудим. Поделимся мнением, я думаю. Как говорится, интересно будет узнать, что думаете вы. Ну и я отвечу по возможности. Мне лично все равно, эта тема как-то по барабану. У кого там какие видосы висят, какие стримы остались. Но послушаю мнение ваше. Почитаю, отвечу. По возможности всем. Особенно адекватным, с удовольствием отвечу. Так что давайте, ребята, девчата. Все, до связи. Отдыхаем.